Мы приехали в одно очень известное среди археологов место, называется поселение Силк. Находится недалеко от Кашана. Этому поселению 8000 лет. Здесь же нашли подземный зиккурат. Это могила древних людей. И я вам скажу, что кости у них, конечно, такие массивные. Здесь обнаружены останки двух зиккуратов. Поселение существовало с эпохи неолита и до конца бронзового века. Впервые Сиалк раскопала в 1930-е годы команда французских археологов во главе с украинцем из Харькова Романом Гиршманом. В Иране ученый провел почти 30 лет своей жизни, и о которых опубликовал более 300 статей и около 20 книг. Эта стена виднеется зиккурата. Видите, сделан из кирпича. Сиалк – один из четырех зиккуратов, выстроенных цивилизацией эламитов на территории Ирана. Остальные три расположены в Хузестане. Большая часть находок, сделанная в ходе раскопок, была вывезена в Лувр. Другие можно увидеть в Британском музее в Лондоне, в Художественном музее Метрополитен в Нью-Йорке и в Национальном музее Ирана. Немалая доля сокровищ осела и в руках частных коллекционеров. Большую часть находок составили расписные глиняные сосуды, предметы из меди и камня, а также морские раковины.